Итак, что ж, добрый день, друзья, с вами Микелиард, это StarLadder TV, Star Series Qualification 9 сезона, и здесь команды борются за место в Star серии. Сейчас у нас играет команда Screen Squad International против команды Dix. И, соответственно, они борются уже в 1/4 виннеров. Никс, Ассасин и Бэйн в пике от Диксов, и СС пикнули себе Туска и Морфлинга. Кстати, интересно, интересный пик. Туск, Морф, это что-то вот новенькое из новой Доты, из Доты 680, вот. И в банах пока что Тимберсоу, Профеточка, Тинкер, Луна и ОД. Третьим баном залетает. Что у нас дальше, сейчас увидим. Ух, все эти задержки не так хорошо складываются. И в итоге матчи совсем не по расписанию. Идут когда угодно, когда им захочется, хочется, не хочется. Так, короче, как они только не идут. Здесь Наумансера банят, и чуть не сказал Вивера. Вином это. Зеленое фуфло. Сейчас проверю. Так, звук идет, стрим идет, все идет. Все вроде более-менее нормально. Темпларочка отправляется в бан, тоже как мидер, вместе код D. И, вероятно, это какой-то будет шторм. Может быть, какой-то... Какая-нибудь Квапа, например. Не, ну Квапа, конечно, вряд ли, но вот... Шторма может быть и пикнут еще. Или бы неплохо заехал бы сюда Пак. Что ж, резервное время пошло для Диксов, и они, соответственно, ожидают что-нибудь интересное. Забанить, забанили они саппорта. Ну, понятное дело, к Туску необходим еще один саппорт. Это да. Но, с другой стороны, и на мид тут будут какие-то... герои в хардлайн. Так что, может быть, можно сделать что-то еще интересное, кроме как бана на Виномансера. Кто к Туску, например, может залететь так нормально? Даже не знаю. Подбрасывает, подкидывает. Да тут даже стандартных героев можно брать. И все нормально будет. Того же Рубика. Он же не в бане. Профета банят, Фуриона. И погнали. Третьи пики. Ой. Да, что-то они слишком быстро сделали первые 4 пика. Точнее, первые 2 бана и потом там 2 пика, что я уж думал, вот она, фаст-доточка. Но нет, нет, вот Батрайдер, кстати, залетает на мид. Очень-очень интересно и хорошо. СС сработали просто шедеврально. И скрины, да, пикают Пака, как я и говорил. Пак сюда залетит очень хорошо. И против Батрайдера, нет, ну против Батрайдера он так себе будет стоять. Но на 6 уровне там... произойдет офигеннейший просто махач. И еще вопрос, кто кого убьет. Понятное дело, что Пак может очень хорошо мансить, в отличие от того же Шторма, в отличие от того, от той же Квапы. И у него больше шансов выжить против Батрайдера. Резервное время начинается, и 4-й пик обдумывают СС Инт. Кого они возьмут? Талу. Skyrath Mage. Что-то новенькое на про-сцене у нас. Skyrath Mage это... Это... Воу. Так. Никс. Skyrath. Неужели Skyrath... Skywrath... Короче, вот этот...
Мак будет на миде стоять, Батрайдер в итоге пойдет в какой-нибудь хардлайн, и сейчас они еще пикнут кого-нибудь более-менее нормального керри. Но понятное дело, что сейчас керри нет. А бить в лите нечем, в то время как Морф будет раздавать огромные люля пока что всем. И, соответственно, сейчас нужно какого-то керри прям такого нормального допикать, и там уже поехали, погнали. Джакира залетает четвертым пиком к С... Инт, и ждем баны. Что ж, скринам нужно забанить керри. Диксам нужно забанить, соответственно, хардлайнера. Ну или же того человека, против которого будет Батрайдер стоять. Ну, как... Батрайдер. Против кого тебе будет печально стоять, интересно? Даже предположить не могу. Ну, вроде, более-менее против всех нормально стоится. Вряд ли кто-то что-то делает. Ну, если только что Лондруид. Скринам заедет довольно-таки нормально. Задумались здесь определенно. Не знают, кого же забанить. 10 секунд остается резервного времени. И вот прям. Ага, даже так. Мирана и Найкс, соответственно, залетает и Медуза, просто-напросто без обдумывания залетает КСС Ин, но это реально никто не ожидал, я думаю, и кажется, это какая-то домашняя заготовочка у Диксов, посмотрим, как они с этим сыграют, и скрины сейчас в неком недоразумении, но у них есть минута 40 и просто-напросто пикают Сефа, как еще одного человечка, и давай поехали! Интересно все-таки, что сейчас произойдет. Начинают разбираться, Хросса себе Бейна забирает. Тедмазер. Ну что? Тянут время. Тактическое растягивание времени, я бы так сказал. Так. Ну что? Это Австрия пишет скрин. Пикайте уж, ё-моё. По одному так пикают. Специально вот просил я в предыдущие дни пикать по одному персонажу, чтобы у меня дотка не лагала. В итоге так и делают. Релоуд, я так подозреваю. Делает один из игроков, и потом они уже доберутся сейчас. Так, что-то в Доте ТВ меня не слышно. А, лол. Все, в Доте ТВ теперь слышно, и привет, если кто-то смотрит меня в Дота ТВ. Соответственно. Проверю еще заодно... На Твиче вообще работает хоть что-нибудь или нет? То чуваки вон в дотку играют, пикают. Да, все нормально, стрим идет. Но если что-то, пишите в чат. Если что-то не так. Но вроде пока что без косяков происходит. Мне надо проснуться. Мне надо реально проснуться от той дотки, которую я играл. Опять проиграл, как всегда, с донами в команде, и пришел сюда. Может, здесь хотя бы люди не будут проигрывать? Что ты делать будешь? Еще все нормально вроде. Довольно быстро. Чтоб совсем все медленно было. Хросса апсы сразу поставит, я так подозреваю. Или это будет... Ну тут сразу все видно, да, кто куда расходится. Трипла сверху у нас будет Медуза, Никс и Бейн против ТХД, Тускара и кто у нас там? Ну Морф, да, соответственно. Ага, даже так, Алоха Дэнс на паке будет играть против Проф Хедшота на Батрайдера. И Мид у нас сместился вот сюда куда-то. Будет мид немного не там, где должен быть. СФ
на миде будет против SkyMage. Даже не знаю, кто тут... кто кого. То есть это нестандартный файтинг SF против SkyMage. Но с другой стороны, он пропулен просто в щи. У него два танка, четыре своих, еще бутылек, еще Magic Stick. И все это ради того, чтобы, по-моему, стоять против Батрайдера. Пака-то, видите, пака нету. Ошибочка. Ну и, соответственно, Батрайдер будет закидывать своими колбами с маслом. О, вот это тычки просто по СФу залетают. И реально будет очень печально здесь ему стоять. Седмазер уже набил просто два крипа, закидывает его еще тычками. Вот это да. Определенно СФу там будет не очень стоять. Хорошо, пытались забрать здесь какого-то Никса. По ДД был Тоси на Джакира, но соточка дэмэджа не дала себе сдать, потому что спалились на варде, да и вообще как-то сыграно не очень получилось. Ну, посмотрим, кто здесь фармить будет. Вопрос в этом. То Лол опять Тоси, по-моему, тормозит по-жуткому сейчас. И Сон убегает. Здесь цепляет еще скрина, начинает его напиливать. Но нет, здесь, конечно, он уйдет просто-напросто. Еще пару тычек Никс получит. И да, деревец убегает. Здесь у нас что? Напрягают СФ, у СФ 3-1, крипочков он не особо блещет добивать. Еще и сам проседает довольно сильно, на, ему тычка просто-напросто улетает. И стики срабатывают на отлично, там все равно 15 хп оставалось, выживал как-никак. Стики поздно проюзал. Вот, если бы то-да-сё, да он убил. Так, Алоха Дэн здесь против Батрайдера, оба проседают довольно-таки серьезно. Батрайдер еще отхиливается и... что, не пойдет, да? Да пока не пойдет, пока очень тяжело сейчас зацепить, хоть и третий уровень. Но здесь будет тоже интересный махач. Вообще, на всех лайнах, я так подозреваю, будет напряжение, как у одних, у вторых, и у СФ уже плюс 18 дэмэджа, хоть крипов-то добивать научиться. Это будет норм. Что? Нигде не хотят ФБшечки пока что отдавать. Я так смотрю, все спокойно к себе фармятся. Пак пытается закидывать здесь арбом. Тут происходит просто-напросто пулы. Кстати, лол. А, у меня такое чувство, что этот вард просто-напросто... что? Правильно, не блочит. Или крипы были отведены еще до этого. Кобальт стоит здесь. Охраняет. Прикольненько. Так, здесь пытаются все-таки зажать медузу. Станчик, отличненько. Это должен быть минус-сан. Хотя... нет-нет-нет, все равно минус-сан, ферстблад и скрин его, соответственно, забирает. Никс уже промазывает МПЛом, я так подозреваю. Или нет-нет, он не промазал. Нормально сделал, но... в итоге... о, хороший какой МПЛ! Залетает здесь еще с мида. Седмазер убивает одного, начинает напиливать второму. Ну, Морф, я думаю, здесь убежит. Да, конечно, Морф убежит. Особо его цепануть нечем. И... 1-1 в итоге. Морф выживает. Правда, на очень маленьких крополях. Главное, что выжил. Почти не считается, как говорится. Ну и что, Седмазер 5 уровня пришел гангануть. Так вот, нежданно-негаданно пропалился то, что он инвиз заюзал. Ну и ладно, Алхаден здесь напрягает Батрайдера. Кстати, у Батрайдера 13-0, у... пака 24 уже, 25 крипов, и Батрайдер здесь себя не особо хорошо чувствует, я так подозреваю. Пак еще грамотно осторожничает, не получает, по-моему, масла, у него там масло один, лол. И левый едет просто-напросто, это масло тоже такое может быть.
Ибо Трайдер тут очень-очень тяжело. И что у нас у СФ? У СФ 19 на 5. Вот. Скаймейдж пока ходил на топ, СФ немножечко подфармил, и теперь койлами просто-напросто тычет этого Скаймейджа, не дая ему ничего поделать. Здесь еще отводы. Правда, их Сан зафармит все-таки. О! Бак-то все-таки забрал Батрайдера, и можно сказать, что он выиграл свой лайн, седьмой уровень, когда Батрайдер еще только пятый, и Дагер может быть не за горами. Пятая минута, уже ПТ, уже стики, уже нул талисман, уже жесть какая-то. И что там по нетворсу? Ого, в 3000. Здесь какая-то драка на топе. Забирают Тускара. И на этом, соответственно, все. И закончилось. Ладно, нетворс пока такое дело. Что тут напихивают Седу, ловят Тоси, ну вот Мираны нет, у Мираны нет, обидно. Есть, правда, Ник с МПЛом, Стан в Тоси, начинает его очень сильно бить. Тоси все-таки умирает. Ой-ой-ой, у Никса остается просто-напросто 10 хп, и неужто он уйдет? Он уходит, лол. А Морф нет. О-ло-ло. Дикс в итоге 4-2 выходит вперед, и Курьер приносит варды и хрос. Отличненько. Отлично, просто-напросто. Не понял, Туск на миде убил Скаймейджа только что, я это провафлил. И, скорее всего, тут скоро будет минус мид. Проседает довольно сильно, вот здесь какой-то матч происходит между Паком и Батрайдером. Батрайдер пытается убежать. Лохэдэнс имеет ульту, хорошо, ловит. Может попробовать напилить. Да, убивает все-таки своего врага, сам, скорее всего, правильно умрет. Если Сет Дэнс все сделает хорошо, он делает не очень хорошо, но все-таки убивает. Остается на него на 100 хп, отхиливается баночкой. Сет почти имеет что-нибудь, чтобы его попробовать убить. Не особо это получается. Салы получает. Тычечка, минус. Отлично. 5-5 становится счет. И здесь у нас что? Два саппорта на Медузу. Медуза почти шестой уровень, там у нее появится ульта. Вопрос только в том, что будет качать. Да, будет качать. Стоунгейс свой. И в ожидании чуда. Батрайдер здесь попробовал забрать Морфа. Через ульту, но это не особо получилось. А здесь еще Туск уходит на Кропалях. Ну, постоянно где-то драки, и я не успеваю за всем этому следить. Вот сейчас, например, на Батрайдера заходят, пытаются убить, сало кидают, и на этом, соответственно, все, что и закончилось. Не особо хорошо, конечно, получилось. Так, профит хедшот. Он на контроле в восьмом уровне. А на топе тем временем убивает все-таки Тускара. Я говорю, это нереально уследить за всеми драками подряд. Только если вот сюда постоянно смотреть на хелсбары, например, как сейчас. И это минус проф хедшот. Отлично, Лохэдэнс. 3-1-1 уже имеет пак. И довольно-таки хорошо попадает этим арбом. Вот это да. Прямо как хуком просто. Но арбом. Отлично, отлично. Просто-напросто сейчас сыграл здесь. В миду пытаются забрать Shadow Fiend, но при этом могут еще просесть два саппорта. Так, Никс уже умер. Хросса без маны. Хросса ничего поделать не может. Сейф ТП от Батрайдера. Пытается что-то сделать. Хросса отхиливается. Еще скрин здесь может попасть, но кажись, нет. А, вот так-то. Ловят в лассо скрина. Скрин должен быть на минусе, но залетает просто-напросто пак, разминусовывает Бейна. И сейчас Батрайдер еще попадется. Имеется ли что-нибудь для зацепления? Нет, того Хэдэнс умирает. И умирает еще здесь Джакира. Вот так-то. Батрайдер под своей дикой горелкой и со своими дикими стиками масла дает жару просто-напросто и делает себе счет 3-3-1. Супер, морф, лол. Что это такое? Я аж испугался, а он просто себе делает поменьше хп. Окей. Медуза тем временем фармит, у нее аквил, у нее фейзы и 800 голды сверху. Ну, не самый лучший фарм, определенно. У Никса
Тоже не все, конечно, хорошо. Сапожик и Orb of Venom. Кросс здесь уже опять делает стаки. И пятый уровень имеется. Здесь залетает Пак. Ло-ло-ло-ло-ло. И это минус Медуза. Никс здесь был, но слишком далеко. Тосит. Может сейчас цепануть, попробовать. Ну, тут Тоси, 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 Тоси. Нет. Но Джакира не ловит. Джакира всего лишь четвертый уровень. Одного крепочка ему не хватает до пятого. Один из таких крепочков, вон они уже идут. А в это время фармит СФ себе на БФ, и сейчас драка на топе ожидается. А, палятся здесь пацаны, это понятное дело, и могут сейчас еще и получить. Хоп, ага, да, Лохаден залетел сюда. Пак может кого-то цеплять, залетает сюда на сет Мазера. Минус Каймейдж, отлично! Еще двоих цепляют саппортов. Здесь уже четверо игроков просто-напросто. Ультимейт будет юзаться от Медуза. Он уже был, лол, я его даже не заметил как-то. Тоси, минус, отлично. Ну что, будет еще кто-то? Да, залетают сюда, минус Никс. Цепляют Туска. Очень сильно проседает Алоха Дэнс вместе с Братюней. Но заканчивается огонек. И Сан остается один здесь просто-напросто. Будет ли это тимвайп от команды DX? Залетает сюда. И да, я чувствую здесь минус 5. Мегакилл получает Морфлинг. Он смертоносен просто-напросто. И тимвайп от команды DX. Вот так-то. 10-15 на 11-й, на 12-й минуте. И просто происходит какой-то нескончаемый пух. Просто-напросто. У СФа 1000 голды и БКБ в 300 монет, и будет довольно-таки прикольно. Туск с фейзами. Джакира с сапогом. Пока что без ничего там. Попытка, наверное, урну собрать какая-то. У СФа, да, мы говорили. У Пака 1800. Ну вот Пак 6-2-6 имеет, но на 12-й минуте при этом не имеет еще дегерочка, дегерка. Ой-ой-ой, здесь Никс в инвизе цепляет Алоха Дэнса и попадается в стан Джакира. Слажено, четко сработано. Ой-ой-ой, СФ кого-то здесь внизу забирает, Скаймейдж как-то далековастенько. Ты зашел здесь, и имея только стики и там ПТшечку на интеллект, все, да. Не очень, конечно, хорошо. У Батрайдера очень долго еще до Дайгера заветного, при этом у него еще даже только сапожки. Батрайдер очень-очень печально. У Бэйна тоже не все хорошо. 1-2-5 имеет пацан, 6 уровень. Имеется, правда, финс грипп. И можно уже кого-то попробовать цеплять этим гриппом. Вот, например, ой-ой-ой-ой, дотка. Дотка у меня улетела. Алоха Дэн здесь цепляет Батрайдер, но и сам цепляется, в итоге отмирает. Обидненько. Попыточка зайти не оказалась успешной. И можно попробовать еще с этой, кстати, цепануть. Подходит ли где-то там Бэйн? Нет, Бэйн не подходит. Лассо имеется, Дайгера нет. И отходит здесь под свой ТВ-рочек. СС Инт ожидает врыва. А здесь, кстати, команда 5 от Диксов. И надо бы поаккуратнее здесь. Они могут и зайти просто-напросто. У СФ и БКБ. Бэйн с сапогом, Медуза 1200, ничего особенного не изменилось, и начинает рушить здесь вышечку, просто вышечка падает, ТП от кого? От ТП от Туска, Джакер уже тут имеется, и втроем, четвером будут пытаться дефить. Дайгер появляется у Пака, и уже можно врываться, правда койлов сейчас нету. И не зацепить никого особо. Хаста, кстати, появляется, ее видит СФ. Знает об этом. Ползет до нее. Забирает ее. Так, что у нас на топе? Ну, на топе башенка уже отпадает. Думаю, ее никто здесь сейвить не будет. Глифа нет. И никого даже поблизости также от... Нет, некромант здесь бежит. Может найти кого-то в лесу. Да лол, у меня дота, что ты делать будешь?
меня Дота просто в окне, и что-то у меня курсор вылетает за экраны. Поэтому получается так не очень, прям вот не очень. Залетает сюда Пак, ставит двоих Dream Coil, и чувствую здесь просто разбитие щей. Да, разворачивается Медуза, пытается кого-то уцепить, уцепляет только Седа, но ему, по-моему, вообще пофигу. Летает в него тысячка, которая ничего почти не пробивает. Залетает вторая, уже больно. И залетает сюда на сет Мазера просто по Т3, Алоха Дэнс. Что творит? Убивают такие его, лол, Никс, где по фейнгрипам? Просто-напросто некроман, но ничего тут не получится, Хросс еще получится сейчас. Пару тысячек остается. Умирает там, правда, СФ, умирает и... Братюня Туз, Алоха Дэнс, сбежит ли здесь, сделав грязные дела, еще все здесь напихивает просто-напросто тычки. Но это 3 в 3, по-моему, счет. Не знаю, Медуза. А, не, Медуза, по-моему, не выжила. Или выжила, что-то забыл я такие вещи. ТПшечка сюда от кого? Лол, залетает сюда. Ну нечем, нечем, сало просто суперское было закинуто сейчас от Пака. И в итоге Батрайдер отмирает просто-напросто. И не все так прекрасно, как хотелось бы. ТП на базу, и возвраточка будет сюда, на Медузу уже. Давайте посмотрим по графикам. Давно я, кстати, этого не занимался. И мы видим, что почти в 10 тысяч уже преимущество. Там и по голде, и, соответственно, почти в 7500 уже преимущество по опыту. Здесь определенно SSint сейчас впереди, и не дают особых шансов Диксам что-либо сотворить. По-моему, эти пацаны настоятельно решили забраться в стар-серию и просто грызут своих противников, как они поступили с Дузой в 2-0. Так же и тут, вот, как мы видим, только еще началась 18 минута, 17 минут позади, и преимущество в 10 тысяч, есть такая инфа, что довольно-таки печально. Вардецкий, Пак, отлично! Просто байт какой-то здесь на Опс, умирает сразу Бейн, умирает здесь Никс, умирает еще кто-нибудь по-любому сейчас. Залетает ульта, правда, в двоих, распадается урон, не очень хорошо получается. Батрайдер пытается улететь где-то на огоньке, его станет, но... Вряд ли он там... Вряд ли его просто-напросто догонят. Ну что? Что у нас дальше? Будет ли это пуш? Будет ли это... Минус Т2? Ну, потому что это... А, нет, не последний. Т2 есть еще на миде, кстати. Потом, думаю, на мид они просто-напросто пойдут. Так, цепляю здесь Бэйна. Бэйн только что распанулся, чуть не отлетел сразу же. Или все-таки отлетел? Да, отлетает он здесь. Цепляет Алоха Дэнса под вышечку. Т3 не получается. Это особых. Сан еще умирает на Медузе. И Батрайдер. Батрайдер пытается где-то убежать. Цепляет, кстати, Тускара. Это как-то так? А, это Никс. Никс-то тут молодец, раздает все-таки, бывает, из инвиза. То есть, и чё, сейчас умрет. Не денется тут, по-моему, ниоткуда здесь от крипов. И... да, умирает. Сет постанивается здесь, лол. Еще тычку получает. Залетает, кстати, на Никса. Ты что делаешь, лол? Такой он фееричный, просто-напросто накидывает тычечки. А, ну да, понятно, тут раз, тычечка, все, погиб, нормально, погнали дальше. Ой-ой-ой, Финс гриппа попадает и отправляется на базу, даря 1300 Батрайдеру. Намалек, да, Батрайдер просто так подошел, тычечку кинул, ну, срубил бабло, как говорится. Медуза. Медуза так и ничего не нафармила, кроме барабанщиков. Не очень. Есть такая инфа, и умирает где-то здесь на миде в размен. Пак сначала убивает Скаймейджа, и потом Скаймейдж убивает Пака. Ну да, это ультимейт второго уровня, который бьет на 1000. Есть инфа, что это довольно-таки печально. А если еще аганим будет и кулдаун будет 0, это будет вообще феерично. Линка появляется тем временем.
Марфа и еще 1400 сверху. Вообще, что это такое? Где это такое видно на 20-й минуте такой фарм иметь? Кстати, насчет 20-й минуты убивает здесь СФа, залетает сюда. Два саппорта начинают напиливать Бейну, Хроса. Хроса выживет или нет? Пытается как-то засейвить. У него, конечно, это не получается, но здесь два саппорта сейчас могут отлететь. Скрин, например, уже в таверне. Тоси, Тоси пробивает, Тоси также отлетает в таверну. Ну вот и все. Залетели убить Бейна, умерли вдвоем, не очень хорошо, я вам скажу. Фидеры долго не живут, и вот что видим мы по Нетворсу. Нетворс, конечно же, такой приличный у нас у братюни Морфа. Линка у него имеется, и что-то еще ему летит в курьере. А, это Гост. Этериал Блейд. Он собирается собрать, пока тут умирает Никс, и когда будет Этериал Блейд, это будет очень хорошо. Пак собирает себе. Я думаю, что Хекс. Линку-то смысла нет собирать. Так, Батрайдер здесь напиливает. Хроса, лол, Хроса так быстро умер, что это беда. Еще кит станется здесь пауэршот, и он начинает напрягать, но ты здесь никуда не уйдешь, конечно же. Пытается отхиливаться, банк, и что-то сделать, куда-то улететь. Да лол, лол, лол. Да ладно, да нет, что вообще, как он отсюда улетел вообще? Не цепанули. Не цепанули Батрайдер, в итоге это минус товарочек внизу, и надо забирать либо Рошана, либо товарочек в миде, он тут последний остался, это понятное дело. Решили на Рошана зайти под вардом, и знают об этом ребята из такой команды, как Дикс, и у них есть возможность с помощью батрайдера выцепить одного, убить всех остальных. Ну, правда, Рошан тут уже упал. Быстро, быстро, определенно. Ой-ой-ой, вот оно! Цепляют сюда Пака. Ну, Пак не самый лучший вариант, хотя самый лучший вариант, оказывается. Скрин в итоге еще умирает. Минус 2 уже. И если сейчас отдадут еще Аегис. Пацаны типа СФ, у которого душ-то не особо многовасика. Финс грипп, морфа. Морф на минусе, отлично. Хроса, конечно, здесь, правда, умирает. Но минус 3 уже оформили. Это очень-очень-очень круто. Еще, вот, например, скрина сейчас заберут. Вообще беда будет. Печаль. Да, еще скрина забирают. Морф где-то байбекнулся, где-то там бежит. И БКБ уже у СФа проюзано. 33 у него души. Сейчас будет 36 душ. Можно попробовать залететь с ультом, но есть, правда, еще Аегис. Есть какой-то вариант. Ну вот, как-то здесь СС и Интел немножечко проседают. Можем даже по графикам видеть, да, то есть их преимущество остановилось просто-напросто где-то на 12 тысячах, и уже на протяжении там минут с 6 оно просто-напросто не двигается. Ну и по опыту, соответственно, та же ерунда. Драки не все выигрываются. Я бы сказал, счет был 15-10, например, сейчас 31-26. И если 15-10 это где-то 2 к 3, то 31-26 это где-то 31 к 26. И есть инфа, что 2 к 3 это круче, чем 31 к 27 уже. Так. Залетает под костулечко, пытается кого-то найти, цепануть. Вот, например, Некромана, да. Залетает сюда в толпу прямо, начинает ему напиливать. У него минус Аега. Ага. Сет пытается напилить кого-то в Сан. Сан. Сон умирает все-таки. И погнали тычечкой дальше. Ну, Алхаденс тоже уже на базе торчит. И поэтому тоже такой счет 4 в 4. Сейчас драка будет. Ох, и да, там сколько еще. Ну, у него был байбек, но, понятное дело, смысла его не было делать. Нету еще при этом Аеги, и не самый лучший вариант сейчас заходить на куда там, на ХГ, еще что-то подобное. Морф ходит очень медленно. О, что медленно? Да ладно. Лол, он такой слоу.
Крипы на 10 мувспида будет быстрее, ой, медленнее, чем морф. Что за жесть? Такой медленный. Это беда. Скай Мейдж имеет форстаф. Что, простите? Погодите, здесь залетает Алоха Дэнс, хорошо, станет обоих, но обоих есть форстаф. Правда, все равно не помогает это Скай Мейджу. Скай Мейдж вместе с саппортом умирает. И в итоге что? В итоге у них Сайз Дайкер, отлично. Супер инфа. Умирает Вардецкий, и будет ли это попытка зайти куда-то на топ, или же все-таки нет? Будут пытаться как-то еще разводить, потому что, ну реально, очень маленькое количество преимуществ. Так 14 тысяч голды. Убить никого не могут, хотя вот в Сан залетают, не успевает он ульту провязать, или же все-таки провязает, не может никак, в Салисе постоянно, у него там уже пацаны его умирают почти, нет, вот проюзывает, и в ответочку залетают сюда на СФ, и СФа будут ли напинывать стан, минус мана, минус СФ, отлично просто-напросто, размен на Дузу, правда, но Дуза тут по сравнению с СФом даже и близко, как бы. Ее там можно приравнять чуть ли не к саппортам. В то время как тут уже и манта имеется. Но все равно нагреют здесь ребята SS Int, пытаются кого-то набрить. Алоха Дэнс опять чуть почти не просел. А нет, все-таки просел от Батрайдера. Ой-ой-ой, сет. Здесь Кросса пытается как-то засейвиться, сделает здесь Фейнс Грипп. Все равно, точнее, не Фейнс Грипп, а свой... высасывалку. И сет просто-напросто напиливает всех. Ну, плевать, что у пацанов там какие-то проблемы, еще жил здесь полгода. И в итоге 37 на 30, и происходит какая-то неведомая жесть. Пацаны постоянно дерутся, постоянно происходят какие-то мувы, действия, какие-то драки, но все это приводит к тому, что... Там, не знаю, ну, Батрайдер не имеет даже 10 тысяч по голде, хотя там у Марфа 7 минут назад уже было 10 тысяч, да, допустим. А потом он подсдал в своем фарме и сейчас имеет только 15. То есть драки происходят, да, какой-то там мув тоже там. Я постоянно болтаю без умолку и пытаюсь рассказать все, что происходит на поле битвы. Это, конечно, не очень классно происходит. Но все же, это ни к чему абсолютно не приводит. Никто никуда не заходит. Потому что что? Правильно, 28-я минута. И пацаны сидят в таверне там секунд по 50-40. А за это время ты максимум, что можешь сделать, это пропушить одну лайну каких-нибудь крипов-мечников, ну и, соответственно, не получится тебе никого убить. Отлично, забирает вторую вышечку себе в казну ребята из Диксов, и у них еще впереди 4. SS-Int опять будут пытаться напрягать или нет? Нет, Рошана хотят. Ну, до Рошана еще время. Причем время таки довольно долгое. И что в итоге из этого получится, фиг его знает. Что, смог? Да, смог. От Диксов. Будут заходить куда-то сюда. И топ. Никс, отлично, подкапывает Алоха Дэнс, Алоха Дэнс на минусе, здесь еще Тоси сейчас просядет, да, минус Жакира, 37 на 32, и можно сейчас попробовать пропушить аж две вышечки, фактически, если получится все хорошо, но одна вышечка точно уже падает, тут без шансов, я думаю, задефить Тускару вместе с СФом, у которого, ну, душ уже есть, понятное дело, но... Ничего больше. Да, это минус один тавер. И, кстати, времечко еще позволяет, чтобы сделать минус второй.
Да лол, как убегать? Вон там капитан команды Сэд Мазер. Типа, пацаны, лол, давайте драться, драться. Род оф Атлас собрал себе Sky Mage и все ради того, чтобы никто не сбегал из его дичайшего ультимейта в 1400 урона. 1400 урона. Это Туск, Джакира, SF, Морф и, в общем, любой персонаж из команды SSINT просто-напросто умирает от одной ульты. Ну, понятное дело, не от одной ульты, там Magic Damage и... типа... резист хоть какой-никакой, но имеется. Кстати, хочу заметить, что у Пака за 10 минут накопилось только 1800. Пак он очень серьезно просто просел. Если вообще что-то накопилось, то есть... Алоха Дэнс, имея счет 6-2-6, имеет счет 9-9-16. Дорошаны, время еще есть. Времечко еще где-то полторы минуты. Я, кстати, не следил, когда там Рошан появится, не появится. И... спадает инвиз. Нет, там... времечко еще есть, заняли уже оборонительную позицию Рошана и, может быть, попробуют кого-то цепануть. Лол, гем имеется у Тускара. Давай, 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 залетает. Никс, по-моему, пропалил эту тему, просто, да, просто драпует. Хорошо, его зацепляют, отлично! Ну вот, Алхаднес, конечно же, не очень, блин, здесь от Никса, но... это ему особо не дается. В итоге минус Ник, 60 секунд, Рошан появляется, и это минус Рошан. И Рошан забирает СС Инт, думаю, тут все понятно. Единственное, что, да, тут в размен идут пацаны и спушивают ТВ-рочек. Лол, да не, не гоните. Вышки остается просто-напросто 30 хп, а здесь-то уже ребята заходят на тир 3. Да. Вышка здесь все равно погибает, и заход на тир 3, при этом ТПшечки тоже успевают, соответственно, сделать. Тир 3 очень довольно быстро падает. Терриал Блейд имеется, ЛНК имеется, очень-очень много сейвов у Морфа. Морфа тут попробуй еще убей, и у него еще счет 18-4, лол. Там такой потный морф прям. Ну? Я уже камеру приготовил. Будет ли драка или что-то подобное? Солнце закидывается. Дагера, вот у СФа дагера нет. Вот. Был бы дагер, было бы отлично. Например, Койл отличный просто-напросто от Пака. Правда, в никудах. Про хедшот. Накидывает. Ой-ой-ой-ой. СФ не получилось сделать ульту. В итоге сейчас еще и умрет. Да, под фейн скрипом теряет. Он такой прекраснейший айтем, как Аегис. И умирает еще Алахаден. Здесь уже на базе. Пак немножечко не круто. Что? Хроса со своим фейсгрипом в некоторых моментах царит, реально царит, и сбить ему очень тяжело его. Станов не так уж и много, и если они уже все прошли, это более или менее отлично. В итоге 39-35, разрыв уже становится в 4 фрага, и по графикам мы видим, что все те же 12 тысяч, правда они уже пошли вниз, то есть уже даже 11. Интересно. И 7500 по опыту. Тут фишка в том, что они имели такое преимущество на 17-й минуте, а сейчас уже прошло время в 2 раза больше, и это преимущество как с инфляцией. Не очень.
То есть, если у вас имеется сегодня 50 тысяч рублей и через 5 лет будет эти 50 тысяч, то я думаю, что вы там, через 5 лет на 50 тысяч там ничего у вас особо не будет. О, прикольно. Ну, комп, опять же, понятное дело, комп вы можете купить, компы там, вне зависимости от инфляции, имеют одну и ту же цену. Но вот хлебушка вы уже поменьше купите. Хлеб там будет, наверное, под полтинник уже стоить, я не знаю. Будет вообще прикольно. Приходишь такой: здравствуйте, можно хлеб? 50 рублей с вас. Такой: ёй, не, ладно, я пальцы пососу лучше, чем хлеб за 500 рублей покупать. Скаймыч такой: типа, аккуратный, палец на варде, залетает здесь в Новоходенза, просто-напросто Никс, умирает здесь, пак, ой-ой-ой, как все плохо-то, еще ультимейт здесь от Медузы, начинает напрягать, минус Морф еще здесь, и Хросса залетает просто-напросто втроем, форстафит его, а, он сам себя форстафит просто-напросто, лол, Брейнсап, нет, Брейнсапа не будет пока что, умирает здесь еще Бартрайдер, умирает все-таки Хросса, минус 3, 3 в 3 получается счет. Пак еще сюда залетает на Сэдмазера. И минус Сэдмазер. Здесь очень много пацанов упали. И состояние выкупа. Оу! У двоих. Нормально. Нет, у одного. Лол. У одного имеется. А, у Никса уже имеется. Но ему 20 секунд. Не знаю, получится или нет снести этот мид. Имея здесь хитового СФа. Же не получится, непонятно. Пытаются они напилить вышечку хотя бы, не особо это сильно получается. Скрин еще умирает, лол. SkyMage-то с байбеком, вот что творит, братук. Не получается, реально не получается здесь зайти сейчас SS Int. Они затянули игру довольно-таки тяжело. И чем дальше, соответственно, становится игра. Хотя, погодите, у них есть... СФ, жесткий керри и морф, очень жесткий керри. В лите они раздают просто нереально. Здесь же я скажу, что все-таки, чем дальше. Чем дальше в лес идут друзья из СС Инт, у них тем больше дров, а вот ребят из Диксов ждет такая печалька, что они просто на 50-й минуте не смогут убить никого. Просто вот минут через 15 они никого убить не смогут. Ну даже если они убьют там скрина какого-нибудь, если они убьют ТХД, пака того же, пак там вообще уже просел очень серьезно. Пока вообще там беда. 10, 11, 17. И СФ смартфон просто-напросто разобью всем лица. С одной стороны. С другой стороны, мы это увидим. Потому что Морф сейчас же до сих пор отлетает очень быстро от ульты. Такого пацана, как SkyMage и БКБ, он, по-моему, так и не собирается собирать. По крайней мере, ему до этого далековастенько еще. О, господи. Так, здесь залетает куда-то Батрайдер, начинает напиливать Тускара. Туск, мало хп остается, он, точнее, умирает. Тоси также ловит финсгрип, и это минус Тоси. Если байбеки у пацанов, и мы видим, что нет. Нету, и это минус два саппорта просто-напросто здесь. Можно зайти и сломать мид просто-напросто здесь. Ребятам, какая ошибка от SS Int? Просто огромнейшие ошибки, и при этом байбек имеется только у одного СФа. Соответственно, если Морф умрет, то он тоже погибнет. Здесь какой-то попытки сплит-пуша, Алоха Дэн здесь на топе, но минус мид это будет уже по-любому. Умирает казарма мечников. СФ бьет здесь довольно-таки больно. Медуза все-таки выживает каким-то образом. И попытка кого-то здесь зацепить. Сэдмазер сколько дэмэджа получил просто-напросто от Морфа. И отлетел на базу, при этом байбека у него нет, и еще 80 секунд не будет. Ошибочка получилась, но все равно казарма мечников сломана. Если получится задефить, то будет вообще все шикарно. Так, заходит здесь СФ.
палится на варде. И видно, что они заходят на топ. Почему интересно? О, почему интересно топ-то? На топе легче раз заходить или что? Где здесь только три игрока против четырех? Ясен, красен, они сюда не зайдут пока что. Пока два пацана еще не пришли. При этом пальцы на вардах. Ага, БКБ приезжает к Скаймейджу. Ну, как приезжает? Накопил он. И, соответственно, есть такой шанс, что в следующий раз он от Марфа просто так-напросто не умрет. Ой-ой-ой, Никс. Хорошо, залетел на Лоха Дэнсу. Просто боль, нереальная боль здесь пацану. И приходится смываться просто-напросто всей команде SS Int. И скрины сейчас могут оказаться в нелегкой ситуации. Если кое-кто сейчас пойдет по миду. Кто-то сыкует, по-моему. Кстати, Рошан третий появился уже энное количество времени. И чувствую, это будет, да, срож. Сыроегис. Для команды уже Дикс. Ладно, вернем обратно пока что Нетворс. Мы видим, что потихоньку-полегоньку, но ребята из Дикса все-таки догоняют. И даже по тем же графикам видно, да, уже 6000 преимущества всего лишь имеют SS Int и в нуле графики по опыту. Они потеряли. Потеряли очень многое на своих каких-то вот траблах и просто шикарнейших залетах от того же Никса и Батрайдера. Вот эта связочка, она отлично сработала сейчас. Уже очень-очень много времени, и поэтому пак здесь получается просто-напросто useless. Пак реально useless в данной игре. Ну, то есть сейчас вот именно в данный момент. То есть, понятное дело, вначале он просто шикарно все выдавал, шикарно все творил, но вот сейчас не то что-то, не то. Потому что цепляют его. Можно попробовать как-то не цепляться, хотя они... Думаю, они любого другого могут пробовать цепануть. Вот Морс, например, его не цепануть. У него есть линка. Пока Хекс еще не скоро. И этот Хекс может еще в линку перерасти просто-напросто. Из-за этой вот необходимости. Так, зацепляю здесь Батрайдер. Просто-напросто минус 1200 с двух тычек ему залетает. И приходится сейчас отползать ребятам. Пытаются кого-нибудь некромана поймать. Роса фейнс гриппом. Лол, не догоняет все-таки он здесь из эфа. 390 муспида это вам. Не просто так все это. Ну, 390 муспида. А так что? А, ну да. Там же я ж. Radiant's middle barracks are under attack. Ну что? Тоси здесь пытается задефить, и почти казарма магов уже слегла. Как я и говорил, все равно мид будет отпушиваться, как ни крути. Никс. Пу-пу-пу. Ну, Медуза, кстати, Медуза вообще тут нормально, уже догнала, почти догнала Морфа, обогнала уже по фарму СФа и... Скоро будет выдавать довольно-таки больно.
Тут, кстати, еще догоны появляются всякие, а Егис через 3 минуты спадает, и надо как-то его реализовывать. Его надо как-то реализовать. По графикам вообще, по-моему, плевать. Что происходит? Медуза здесь наглеет под своим щитом. Просто-напросто очень сильно ломает барак. И такая... Пошли на топ, например. Чё бы и нет. Давай, на топ. Полетели. Полетели. Да, понятное дело, что они... Просто так легко и свободно не зайдут никуда. И скорее просто-напросто получат люлей. Батрайтер на топ вот начинает отпушивать, соответственно, лайн. И собирает себе БКБ. Кстати, у него накопилось, но вот байбек все равно необходим. Накопить ему еще. Хотя бы 200 и хватит же тогда BKB. Здесь, кстати, на Марфа такой байт, но все на топе. Ого-го, что решили сделать пацаны. Размен, даже так. Пока что не очень хорошо получается. Одно ТП, Сан сюда ТП. Ну, нет, это все ТП. Развели пацанов из Диксов на ТП. И вот к вопросу, кто сейчас попадется. Здесь СФ начинает напиливать минус. Бейн, ой-ой-ой, разультился здесь. Почему-то никого почти не долбанул. Ник все-таки умирает. Некроман тоже на минусе. Очень много у Скаймейджа. Точнее, очень мало уже у Скаймейджа ХП, и размен-то в итоге получился 2 в 2. Ни тем и не туда просто-напросто получилось. А Лохаданс хотя бы не сдох. Норм, типа. Зато и СФ погиб. Тоже такое дело. Через 30 секунд спадает Аегис у Медузы, но она так... Так и не погибла. Вот здесь можно было бы попробовать через суицид забить вышечку, забить еще Каспер Барак какой-нибудь. И было бы норм. Но вот нет. Блин, это просто такой жесть теперь, когда он может юзать все. Тот же релокейт. Ой, репликейт. Релокейт немного другое. В тот момент, когда все и выйдет своим потрясающим. Потрясающим. Кстати, 400 дэмэдж, 300 дэмэджа своего через интеллект, и я чувствую, что тут просто беда какой. Максимальный урон 2, там, типа 600, 700 и здесь еще. Там пипец дэмэдж от Этериал Блейда. Там просто... А, жесть, там просто нереальность какая-то. Залетает сюда! Скрин начинает кого-то напиливать. Хроса тем временем очень сильно проседает. Хотя Фейнсгрип кого-то поймал. Поймал он Некромана. Некроман не успевает разультиться. Умирает в итоге. Убивая тем самым за собой Никса. Лол-лол-лол. Тоси очень сильно проседает. Тоси тоже на минусе. Байбек от СФа. Морф начинает тут раскидывать пацанам очень сильно. Но сам, кстати, очень серьезно проседает. Но нет. Вернулся СФ и очень-очень больно бьет. Ялоха Дэнс пытается кого-то здесь набрить. И так мало хп, а так много наглости, я вам скажу. Ой-ой-ой, Некроман все-таки убивает. У него дэмэдж такой неплохой. И в итоге сейчас я чувствую минус мид. И может быть даже минус топ, если нету байбеков. Ну, байбеки есть. Байбеки есть, так что ничего там не будет особо. Вот он байбек, Никс уже
забайбекался и отправился обратно куковать в таверну, пить пивко. Медуза, 25 уровень, может зайти и убить всех, я так чувствую. Особенно, когда ни у кого нет. Так, что это? А, нормально. Батрайдер отключается от игры в самый нужный момент и переподключается обратно. Окей, допустим. Поехали дальше, да. Что тут медлить? Четыре тысячи уже преимущества. Только имеют ассасинты 2500 по опыту. Ну, в общем, все, графики можно уже не открывать, там все понятно. Там все понятно, да нельзя. Игра ровная, игра равная. И Медуза имеет просто-напросто 200 дэмэджа по пятерым. По четверым, нет, по пятерым, да, дополнительно цель 4. И это будет беда. Ну, Дрошан еще довольно-таки долго, я вам скажу. 2 минуты это вам просто так не полетать. Очень много времени придется потратить. Что они, кстати, чем они и занимаются? Мигает, что надо кого-то попробовать зацепить, но вот реально зацепить не получится. Был здесь Батрайдер, теперь его уже нет. Пытаются найти, но нет. ТПшнулся, пацан. Жал просто-напросто. Ну что, напрягают СС Ин, пытаются кого-то забрать, пытаются как-нибудь навязать драку и при этом выглядеть не победителями. Это довольно-таки тяжело постоянно. Чекают Рошана, Рошан появился. Ага. Знают об этом и одна, и вторая команда. И сейчас начнется какой-то трэш. Никс заходит сзади. Единственное, что там есть Сентряк. Тоже это такое дело. Ага, еще и опс поставили. Но Сентри не спалит этого Никса. Тут такое дело. Так, драка здесь что? Нет, нет, не начинается пока что. Волнуются, волнуются. Одни и вторые. Это решающая драка. Байбека там по одному с каждой стороны. Если кто-то умирает, он просто-напросто проигрывает игру. Если кто-то сейчас здесь фейланется, тимвайпнется, это будет ГГ. Так, находит здесь Седмазер, Седмазер просто-напросто разлетается, Сан также сейчас может очень сильно получить, БКБ начинает напиливать, скрин, умирает, нет, не умирает, у него еще довольно-таки много ХП, Фейнс, Гриппульта, все просто-напросто в СФ, в итоге Хросс и Батрайдер умирают, у них нету байбеков, Сон, сделал минус 3 просто-напросто, начинает дальше пилить, или это Морф его запилит, вопрос. Там один и второй, отлично просто-напросто. Все, Морф расфижен. Морф просто вщи расфижен, и теперь попробуй ему что-то скажи. Что, это Рошан? Почему не минус мид? Ладно, как скажете. Байбек с одной, с второй стороны, и не хотят отдавать Рошана с Ираегис. Команде из двух. Так, Сан. Опа. Опа, опа, ой-ой-ой, здесь Никс почти просел. Пытается как-то засейвиться, Сет убегает. И что? Заходит и начинает пилить. У него все есть дэмэдж. Было же 400 дэмэджа, где весь дэмэдж. Лот, что я пропустил. Пак наконец-таки собирает себе БКБ. И, соответственно, хиксулечка там уже была.
Пока бы теперь у одного, у морфлинга. Отлично. И морф почти в 6 слотов. С 9 секунд на БКБ вообще гениально. Ага, Никс такой, блин, убью, не убью. Убью, не убью, убью, не убью, убью, не убью, убью, не убью. А, нет, не убежал, убегал. Где же там было 4 сотни демеджа? Блин, что у него было такого, что у него было 4 сотни демеджа? Неужели это ДД? Который я не заметил. Начиная здесь набивает Рошана. Рошан довольно-таки сильно падает. Ой-ой-ой. Сана пытались сейчас схватить. Здесь смоки бегает, Туск. Ну и как основная команда Assassin, пару человек только парится. И в итоге заходит, может добивать здесь пацана. Да ладно, неужто отдадут? Ой, здесь Аеги столько хватают, начинают напиливать. Эдмазер умирает очень быстро, умирает Некроман. Минус Аегис, начинают здесь напиливать Седа. Сед хилится просто по-черному, у него меньше 1000 хп не получается никак. Хроса минус. Ой-ой-ой, Сан тоже сейчас будет на минусе. Лооо, 120 секунд у пацана, минус Никс. Остается один живых, просто-напросто Батрайдер. И пытается он куда-то убежать, нету байбеков ни у кого из команды Диксов. И за 60 секунд можно сломать просто-напросто трон. Если, опять же, не тупанут ребята из SSInt. Что вот это вот... Как это назвать вообще? Ну, здесь понятно. Здесь есть возможность ТП-шнуться обратно. Есть возможность запилить все это дело. И реально можно сломать просто-напросто трон, пока еще 30 секунд остается, там Батрайдер, там, ну, в ГГ пишет все-таки Сан, и первая карточка, карта все-таки за SSInt. Фу, пот и кровь просто была, 57-минутная катка, и посмотрим, что у нас будет в следующей игре. Опять же, это бот 3, и увидим, что таки получится.